Авто Красноярска встречает Кабардино-Балкария. И прямо на обочине нас окунули в национальные традиции. Встретили танцем. Сейчас я у нашего представителя Кабардино-Балкарии, нарты его зовут, музыканта, поинтересуюсь. Расскажите, пожалуйста, об этом инструменте подробнее. Этот инструмент, наш национальный инструмент, это из пластика, это из баранина кожи, это дуб цельный. Хорошо. И мы на нем работаем, все танцуют, все любят. И встречайте гостей, вы тоже под барабан музыка. Под барабан, под гармошку, под танцевальный ансамбль, под все. Что порекомендуете посмотреть туристам в Кабардино-Балкарии? Здесь очень много красивых мест, можно посмотреть, все можно, ну... Ну, вам что нравится лично? Ну, лично мне все нравится. Россия – это мощная сила. Очень трудно не согласиться. Спасибо вам большое. Можно я пару аккордов? Есть какие-то определенные ритмы? Нет, здесь без аккордов. Да, я думаю, что за время пребывания в Кабардино-Балкарии меня еще познакомят плотнее с этим барабаном. Как вы сказали, он называется? Этот? Есть определенное название? Или барабан да барабан? Не, барабан, вот. Северокавказский барабан и музыкант Нар, спасибо огромное. Но я напомню, счастливо, что мы... Счастливой дороги вам тоже. Спасибо, мы еще не прощаемся. Красноярцы пробудут в Приэльбрусе около 2 суток. Мы поднимемся на гору. Ну, а сегодня мы побывали в Пятигорске, где посмотрели место дуэли Лермонтова. И, конечно же, побывали и походили по следам Остапа Бендера. Увидели тот самый провал, который сейчас как раз-таки на ремонте. Ну, а я напомню, что связь наша с вами благодаря надежному партнеру проекта – это компания «Мегафон». Генеральный партнер автопробега «Красноярск-Северный Кавказ» – Новоангарский обогатительный комбинат. Телеком-партнер проекта – компания «Мегафон». Надежная связь автопробега.